Продолжим руку делать, то есть увеличим еще один, вернее, цилиндр еще один достанем отсюда же, сделаем его чуть меньше и побольше по этой, вот так, так, хорошо, два на два. Зафилетим сразу. Теперь кубик. Так, сделаем вот так. Такой так и переходничок, да? Ну, сбоку будет лучше. Так, вот так. Сразу видно, что он маловастенький. Вот так он должен закрыть это дело. Да, хорошо. Может быть, чуть-чуть сдвинуть вот так. Это сильно квадратный. Угу. Смотрим. Так, и разворачиваем чуть-чуть. Филет. Два на два. Здесь сделаем по углам. Заклепочки. Но это потом. Сейчас важно решить, как нам быть дальше. Так, давайте мы превратим в объект. Ну и тут сейчас будем думать. Во-первых, надо это дело секструдировать вот так. И притянуть это. Так. Я бы хотел начать с вот вниз. Вот так. Допустим. Хорошо. А здесь уже сделать такую гармошечку. Ну-ка, сделаем сейчас поменьше. Нет, надо внутрь экструдировать. Экструдировать внутрь. Вот так. Далее внутрь. Еще немножко экструдировать. И вытаскиваем. И тоже ее загибаем.
Все правильно. Пока. Так. Повторяем этот трюк. Экстрагируем. Внутрь. Теперь еще раз экстрагируем и наружу. И наружу. Так, отлично. Тоже повернем ее. Так. Смотрим. Хорошо. Так, теперь возьмем подходящую трубу какую-нибудь. Допустим, вот эту. Тащим ее наверх. Уменьшим диаметр. Соответственно, уменьшим и длину. То есть занимаемся подгонкой. Для этого хорошо бы еще одну трубу повернуть и поставить ее уже в этот цилиндр. Тогда будет немножко яснее, куда нам двигаться. Двигаем. Двигаем, двигаем. Чуть-чуть поменьше. Ну и это можно, сколько это у нас, 27, сделаем эту 27, чтобы одинаково было. Так, огнемет мы сейчас, так, где огнемет у нас, вот сюда. Огнемет-то двинем немножко в сторону. Опа! Это не та труба была, ребята. Вот эта труба. Так. И вот эту трубу нам тоже надо взять с собой.
Ну-ка, да. Тогда мы подвинем туда, куда нам нужно. Посмотрим сбоку сейчас. Так. Готово. Немножко выдвинем, так вот, теперь вот эту. Где у нас цилиндр? Мы его немножко выдвинем тоже. Ну давайте придумаем сочинение какое-нибудь такое не сильно сложное сделаем. Так, вот так, может быть. Так, цилиндр. Хорошо. Что значит туго здесь? Это лишнее. Так, цилиндр. Цилиндр 4. Откуда же он взялся, цилиндр 4? А, вот он. Поближе. Так, сделаем небольшую щель, оставим, бог с ним. Знаете, я его туда поставил, такую толстую шестерню на всякий случай. Давайте попробуем. Как делать шестеренку, вы знаете уже. Поэтому мы ее включим, этот модус, и сделаем много таких. Сначала экструд.
сделал. Немножко побольше. Теперь ее все поменьше сделать. Звучку погоним. Теперь надо спереди глянуть. Уменьшаем. Ставим сюда. Ну, а тут сейчас играем с этим делом. Так вот. Увеличиваем количество. Еще раз меньше. Посмотрим сейчас, как это все выглядит. Выглядит не очень хорошо, потому что надо ее повернуть. Эту шестерню надо повернуть. На те пресловутые 9 градусов. А, стоп. Тоже мне это надо подвигать. А сам экструд. Ой, я с ним проблемы. Отведем-ка его вот сюда сейчас, значит, он будет долго мучиться. Так, смотрим. Увеличиваем и уже выставляем на место. И в этих надо поработать теперь с цилиндрами. Сначала его зафилетить маленько. Я вот смотрю. Может быть, сделать их вот так. Слишком уж кукольно смотрится. 5 на 5 достаточно. Ну и здесь надо что-то придумать. Превратить его, цилиндр 4 превратить в объект, выделить это дело,
экструдировать внутрь. Теперь экструдировать еще раз наружу. Еще раз наружу. Чтобы не мучиться, мы удалим цилиндр 8. Так, а цилиндр 4. Сейчас мы его засимметрируем. Где он у нас? Будем вот тут сейчас симметрию, если это можно как-то. Эй, не то удалил. Перестанем мы вот так. Мы просто-напросто сейчас выведем его сюда. Вот. Развернем, поставим на место, так, на 180, поставим на место. Вот, и сюда еще возьмем шпильку. Вот она. Разворачиваем. Пока на 90. Потом еще 9%. И уменьшим до неузнаваемости. Насквозь ее. Спереди надо смотреть. Так. Ну что ж, вот так. Единственное, что здесь я хочу сделать прорезь, мне не нравится, как она стыкуется.
и здесь не нравится. То есть в этих двух цилиндрах я проделаю сейчас дырочки. То есть превращу их в обычные объекты. Возьму, выделю теперь вот эти. Надо его вывести в сторонку, чтобы видно было, как работать. Потом поставим на место. Я просто сейчас сделаю следующее. Возьму цилиндр, возьму еще один цилиндр, я его повторю сейчас. Сожму его вот так до невозможности. Я его не повторил, наверное. Я сделаю просто на ширину нашей шестерни. И одно из другого вытащу. Вот так. А теперь поставлю на место. Вот так. Это будет лучше смотреться. То же самое сделаю с нижним. А потом прозеркалю это, и в принципе наш должен быть готов. Сейчас покажу. Ну вот у нас получился такой робот. Такой весь крутой, накачанный. И единственное, что я хочу еще перед тем, как начать его красить, здесь сделать вот тут еще гофрированный шланг. Сейчас я вас научу, как это делается. Заодно сам вспомню.